Студенты Казахстанского университета проходят стажировку в ЕГСХ. Всего их 10 человек. Они будут учиться на инженерной и агротехнологической направлениях, также на факультете ветеринарии. Вчера приезжие студенты ознакомились с учебным процессом, ну а сегодня посетили культурные достопримечательности столицы, поближе узнали историю, быт, культуру, традиции народов Якутии. Экспонат довольно редкий, потому что если вы бывали или будете...